Прости, Игорь, я не умею читать картинки. Ты сегодня пил чай вместо алкоголя! Козёл! Пука, пора его тоже убрать. Баттершвайн, полиция Одессии завела на тебя дело за то, что ты купил нелегальное оружие на поддельной фишке. Надеюсь, ты успел замочить Игоря. Ведь агенты из полицейской уголовной королевской антитеррористической нации скоро будут здесь, чтобы предъявить тебе обвинение. Сокращенно они... Она знает. Так ты его замочила? Ну как вам сказать? Ой, вы такие гляньте, доктор Гешефт. Смотришь мультик про паней? Поплотнее захлопни дверь. Про конспирацию они и без вас знали. А вот Баттершвайн такого слова, видимо, не знала. Поэтому и засветил свои поддельные гроши на базаре. Откуда узнать про гроши? Пидори на горе, останови его! Доктор Гешефт, мне кажется, вы не то, за кого себе выдаете. Хорошо, ты меня раскусил. Гешефт — это не мое имя. Это моя фамилия. Это Роллинг Тайм, раскали его! Вы из паницы? Ты догадалась. Вы сами знали затеи будущих преступников, чтобы потом обучить их и поймать. Вообще-то я сам обучал будущих преступников, чтобы потом, зная, что они затевают, поймать их. Заметьте, не я это предложил. А теперь, раз все все знают, я арестую Баттершвайн. Кто там? Это из бюро доставки смазочных материалов. Привезли машинное масло для вашего таза. Сокращенно. Я знаю, откройте. Это кис радости, но мой муж Игорь, который размером с мой глаз, взял меня в заложники и требует новый салат. Игорь, отпусти заложницу, и она пострадает. Я тебя обманул. Я не из бюро доставки смазочных материалов. Я из полицейской уголовной королевской антитеррористической нации. А сокращенно, ты узнаешь это в тюрьме. Нет. Что значит нет? Что тебе мне нет? Нет. Незаводящийся ездовой таз. Но сейчас не о нем. Во-первых, вы не можете меня арестовать, ведь вы знали, что я затеваю, но я об этом не знала. Как не знали? Очень просто. Зачем мне что-то знать о преступлении, если вы все знаете за меня? А раз вы знаете то, что я знаю, но я этого не знаю, то вам остается только одно. Арестовать того, кто это знает. Как вы докажете то, что вы не знали о том, что затеваете? Я не знаю. Ну тогда я имею право на адвоката, который прав уже не имеет, ведь я же его и посадил. Где моя барсетка? Дорогая принцесса Калеврат, я не смогла отсудить достаточный денег у Гешефта, чтобы купить обеденный стол. Но зато я украла ковер у некоего мистера Лебовски. Спасибо вам за наводку. Все злодеи посажены. Всем пострадавшим от стихийного закипания заднего люка принесены извинения. А Игорь наконец съел огурчик и получил от него зависимость.